Доброе утро! Один из известных белорусов выставили лоты на благотворительный аукцион. Называется он «Добрый куфор». Доброе утро, Беларусь! Добрый куфор! Необычная акция стартовала сегодня и продлится до 10 февраля на площадке объявлений «Куфор». Сегодня к нам в гости заглянули участники аукциона «Фудблогер», «Фудхантер» Павел Крамарь, председатель Белорусской палаты моды Нина Гончарова и начальник отдела маркетинга площадки «Куфор» Виктория Сацута. Доброе утро, дорогие гости! Доброе утро! Доброе утро. Вика, вот к вам вопрос. Просто скажите, для чего был организован добрый куфор? Куфор, понятно. Все. Для чего организован? А добрый куфор для чего? Добрый куфор организован, чтобы белорусы получили шанс сделать доброе дело, но при этом получить какую-то приятную вещь для себя от известных людей. Вот какая прелесть, потому что Новый год закончился, и говорят, все, добрые дела закончились. Так вот прекрасно, что они у вас продолжают. Расскажите, по какому принципу были отобраны вот эти самые 11, и почему 11 человек, которые выставили лоты на этот аукцион? Расскажите, пожалуйста. На самом деле лотов всего 13, несмотря на то, что такое число. Проект очень добрый. У нас 11 белорусских известных людей и две компании нас поддерживают. У нас больше известных людей, но у вас 11. В нашем аукционе, да, у нас 11. Лоты сформированы так, чтобы они были связаны с личностью конкретного человека, который продает ту или иную коробку. То есть, соответственно, Павел сегодня расскажет, что он свою коробку положит, Янина тоже расскажет, что в свою коробку положит. Но могу сказать, что есть уникальные лоты, которые нигде, наверное, по-другому нельзя получить. Так что это очень интересная история. Да, я сейчас попрошу, конечно, Янину и Павла рассказать, что будет в их коробочках, а потом мы с вами поговорим, куда будут потрачены деньги. Янина, что в вашей коробочке будет? Я подтвержу, что уникальность нашего подарка действительно очевидная. Я предлагаю обладателям нашего лота провести один день на Беларусь Fashion Week. Либо мужчина, либо женщина могут приобрести данный лот. Стартовую цену я поставила достаточно хорошую. Это 200 белорусских рублей. Да, недешево. Ну, достаточно, чтобы получить высококлассный эксперимент и сервис. Это бьюти-уход, макияж, прическа. В день показа, уникального опять показа во время Беларусь Fashion Week. У нас 20-й юбилейный сезон. И также мы подарим не просто бьюти-сервис, а также соберем стилистический наряд, одежду, образ от белорусского дизайнера. Здорово. Поэтому я бы сказала, что этот подарок, наверное, адресуется мужчинам, которые приобретут его для своих очаровательных дам. И стоимость его, конечно, мягко говоря, хотелось должна быть... бы увеличить. Да, хотелось, да, чтобы это она дороже стоила. Конечно. Павел, что вы предлагаете в своей коробочке? В нашей коробочке будет лежать наш тотем уникальный, и будет возможность затестить любое заведение. В нашей компании мы оплачиваем полностью все, в том числе и проезд. То есть это возможность реально уникальная, потому что мы обычно никого с собой не берем. Цена около, по-моему, 120, по-моему, начали, да? 150. 150, да, 150. Ну, хорошо, да, все доступно. Да, это цена, скажем так, довольно-таки низкая, потому что мы будем оплачивать все. То есть берем... Ой, так, когда говорят, что будут оплачивать все, я начинаю нервничать. Все в рамках закона. Да, разумеется. А вы предложите куда-то поехать? Или вы же вообще? Смотрите, мы будем выбирать сами. Ну, естественно, будем как-то немножко уточнять. Я думаю, что у нас тоже будет задача достаточно непростая, потому что мы должны будем ознакомиться с параметрами победительницы либо обладательницы нашего приза, подобрать для нее по фигуре, это по цвету. Да, это все понятно, подарок. Теперь все-таки самое важное, ради чего мы вас позвали и ради чего это организовано. Кому вы поможете этой истории? В нашем случае мы продолжаем помощь, скажем, уже в этом году это будет наша вторая помощь, социально-педагогическому центру Карелического района. Вот. Скажем так, это учреждение, где находятся дети не постоянно, а с детьми занимаются дети из сложных семей. Это такая организация, которая еще не является детским домом, не является интернатом. Это тот центр, который ежедневно работает с нуждающими детьми, которые находятся в сложном положении. Просто улучшает качество жизни этих детей. Да, но там есть кровати, там есть места для проживания, поэтому здесь нужна конкретно финансовая помощь. Мы уже туда, скажем, снарядили группу наших фэшн-волонтеров, они отвезут туда и постельное белье, и все остальное. Скажем, здесь совместными усилиями уже с нашими обладателями лота мы просто перечислим финансовую помощь. Здорово, спасибо. Да, то есть просто туда пойдут деньги, все вырученные деньги, да, от аукциона. В не этом все. Не, не все. Дело в том, что каждый участник выбирает для себя проект, который хочет поддержать, потому, да, что это очень важно, инвестировать свои силы и средства в тот проект, который тебе действительно, понятно, интересен, за который, да, у тебя болит сердце. Поэтому
Есть участники, которые будут поддерживать Милану Пшенко, это девочку со спинально-мышечной атрофией. Есть участники, которые будут жертвовать деньги на поддержку животных, например, так сделает понятно. Оля Барабанщикова. Да, ну, соответственно, вы можете зайти на Куфар, найти вкладку. Куфар — это модератор такой, да? По сути, Куфар — это платформа, которая придумала этот проект, которая собрала всех вместе и на которой можно сделать доброе дело. Последний вопрос. Как часто вы планируете проводить вот такие вот аукционы? Слушайте, ну мы на самом деле надеемся, что отклик будет хороший, поэтому посмотрим по отклику и, возможно, вернемся. Но хорошая новость здесь в том, что мы раньше проводили подобные истории с Сергеем Далидовичем, с другими чемпионами. И раньше, скорее, людям из регионов было немножко сложно поучаствовать, потому что приходилось ехать там в Минск, например. Угу. Сейчас могут участвовать абсолютно все, потому что с помощью Куфар-доставки мы доставим в любой регион посылку за 5 дней. Понятно. Спасибо большое. Я еще раз вас представлю. С удовольствием к нам заглянули участники в гости аукциона фудблогер Павел Крамарь, председатель Белорусской палаты моды Янина Гончарова и начальник отдела маркетинга площадки Куфар Виктория Сацута. Спасибо вам большое за то, что вы делаете.